И вот вы поверите, что сегодня, часика через 5-6, здесь будет снегопад. С учетом того, что сегодня уже 7 апреля. Даже что это Кемеровская область. Доброе утро. Дату я озвучил. Красный Яр. Так, на меня никто не подпер сзади больше. Если что, можно и назад сдать. В общем-то, еще рановато. 7:30. Так, ничего у нас нигде не вылезло. Просто вчера в Кемерово в такую ямину попал. Ну, не то, что в ямину. Вроде асфальта уже, ну, темно было. На выходе уже сюда. Правой стороной одеваться было некуда. Хотя и скорость-то небольшая была. Но вроде все на месте, все целое. Так бабахнул у нее, смотрите, как потерло, да? Она болтается. Air Group. С этой едет. С Китая едет. Бабки не ходи. Гуд. Все тут норм. Еще, видите, впереди никто работать не хочет. 7:30 никто не едет, все стоят. Как так-то? Кошмар. Вроде пятница сегодня, рабочий день еще. Все спят. Дурдом. Что делается-то? Ох, нифига себе, вон впереди трал стоит. Сколько же у него колес-то там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, отсеет 10, наверное. Первый ряд только ушел. Да, 10. 10 осей. Или 9. 9. 9 осей только на трале. На тягаче сколько осей. Представляете, сколько этот дурень весит, которого он тащит? Тут он 60, наверное. Офигеть можно. Страна начала, Россия. Так. Ну, похоже, без вариантов. Нам все-таки придется выезжать назад. Хотя вот передо мной пошел, но иргрупник. Может, поедет сейчас? Ну, в общем-то, тут и назад-то выехать не проблема. Туда он вытолкал, и все. Делов-то. Тоже он крокодила везет какого. Ё-моё, ну. Я на небо смотрю и поражаюсь. Откуда тут снег должен взяться? Вы не знаете? Вот и я не знаю. Поехали. Посмотрим, откуда он возьмется, этот снег. Откуда он возьмется, откуда он начнется, этот снежок.
стой. Ну, сейчас кстати, я тебе прижму сюда. Скорее было намного удобнее мыть. Намного удобнее было мыть. Честное слово. На скамеечку встал и трешь себе. Так, 59, поехали. Не, наверное, не надо совсем назад сдавать. Справа машинка ушла. Сейчас вот в эту дырочку и нырнем. Просто Мерседес, он тарабанил всю ночь. И он это, я так понял, поэтому специально назад сдал. Не мешает спать сильно. Вот, и все, и вот так вот чётенько сюда и попадаем. Вот. Да какой он энергруппник еще массу топит, чтоб пшеницу продавши. Крепкий здоровый сон. Красавчик. Поехали. Самое обидное, братцы, что синоптик никогда не ошибается. Этот, который Димка Ковровский. Ты... Я это... Втихаря вам скажу. Втихаря вам скажу. Ты ему напарник такой позывной дал, говорит. Чуть что, говорит, какие-то вопросы. А да, ты, говорит, синоптику позвонил. Он все знает, никогда не ошибается. Ну, вы знаете, пока да, все прогнозы Димкины сбывались. Человек какую-то программу хитрую знает, нифига мне не говорит. Где надо посмотреть? Да ну еще копаться в интернете, звонок другу и все. Смотри, как площадка раскисла. Да. Не слышит нихуя. За ночь-то подмерзает, а так вот днем-то... Когда подтает, попробуй сюда залезть. И здесь то же самое. Сейчас-то высохнет потом. И будет это нормально. Но сейчас сюда бы я не советовал бы сюда сейчас заезжать. На следующем повороте поверните направо. Нам направо. Теперь изонуть, ты как будешь там заезжать, надо хрен его знает, где слышно будет. Кто-то кого-то уже подрезал с утра. Кто-то кому-то настроение с утра испортил. Мы никого не подрезаем. Нет никого. В общем, время 9. Так. До начала снегопада 5 часов. Время пошло. Лесопилка какая-то? А ну да. Старше не обращал внимания. Точно. Лесопилочка. Досок сколько. Следующий пункт остановки у нас заправка. Возможно, их даже будет две. Сначала, как обычно, и датский. Колесико.
уже поменял. Видно по следам было, да, когда она у него стрельнула. Даже, походу, наверное, ошметки поубирал. Потому что я ошметков не видел. Красавчик, респект за это. Колейки нет, так ее надо создать. Закрыть колонки. Профилактику, например. Хотя я шучу. Нету тут колейки. Вот я только подъехал, вот машинка отошла. И сейчас мы будем заливаться. Тыкс, тыкс, тыкс. Ну тут все четко. Плюс. Скамейка красная, ты последний, да? Шланги длинные. Осталось посмотреть, сколько нам надо залить. Литров сейчас у меня показывает калькулятор. Мозги не говорят. 1400 минус 756. Вольво, ты будешь заправляться? 644. То есть 700 литров заказываем. Как я опять вовремя подъехал, а? А здесь, в общем, что закрыли? Во-первых, бензовоз сливался. А во-вторых, они, видите, засыпаются, что-то наразливали. Вольвочка, заходи туда, вот под левый бак. Это они эти колонки. Колонки вот убирали здесь. Какой-то белой фигней засыпали. Там наш ДАВ пришел. С находки идет. Он заправляется. Убирают разлившееся топливо. Ну, оно уже там в грязь превратилось, и вот они это все вычищают. Вольвочка белая, 67-й регион, заходи на колоночку. На 4-й. Под правый бак. Там ну можно... Давай, давай. Там можно и я под левый. Ну да, там вообще. Четвертое это под навесом, да, получается? Да, да, да. И колейка собралась какая. Я заехал, никого не было. Ну, слава богу. Полчаса. По Дачинском тоже, смотрите, снега-то уже практически нет на полях. Почти все растаяло. Сейчас плюс 8. Вот оттуда, вон там, видите, там темнеет. Что-то темное надвигается. Наверное, подсыпет снежку. Синоптик не ошибается. По его прогнозу, сейчас 20 минут первого, через полтора часа. I could set you free, 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 free. Show you what this world can really be. Here with me, I could set you free, 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 free. Of the pain and misery and let you be. Here with me. Could set you free, free, free. Show you what this world can really be. Here with me, I could set you free, free, free.
could set you free, 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 free of the pain and misery and let you be here with me. Set you free, free, free. Один взрыв колеса, бочечки взорвалось. Что-то сегодня невезуха какая-то. Второй за 3 часа езды. Мы уже за Ачинском. Поедем к Мише. Естественно, мимо не проеду ни в коем случае. Фиоза обещал подъехать. Сейчас мы у него узнаем, что он там шаманит, потому что там все темнеет и темнеет слева. Но правда, в Красноярске что-то там Канск. 7-8 вечера снег. Это уже только что это вот синоптик звонил. Я говорю, что ты, где твой снег? Брат, говорит, все меняется. План меняется. Может, вообще не будет. Нет, говорит, будет. Если 7-8, то тогда нормально. Дай бог, как раз до Канска к этому времени-то и добежим. Абакан. Хорошо, не в Абакан. Поехал разворачиваться. Вот сейчас по такой дороге, да, по такому асфальту. И запросто возле Мишанинова кафе можно было развернуться. Используйте второй съезд. Машины стоят. Знают люди, куда ехать надо. Но мы, конечно же, поедем в ВВО. Ну, то, которое там по пути. Они оба называются, что это Восток, что то Восток. Время сейчас 2:30. О, самый обед. Ну, пока здесь все сухо. Все хорошо. Синоптик сказал, что в Красноярске 7-8 вечера. Типа в Ачинске в 2-3 часа дня. Но в Ачинск проходил, тоже что-то не пахло. Может, ошибся все-таки. Очень хочется в это верить. Но не ошибся, так и нет, господи. Мы снег в апреле не видели, что ли? Тем более, не такой уж он тут будет уже и снег. Итак. Малый Кимчук, деревня. Река Кимчушка. Вроде бы. А нет, гроб. П. Минанжуль. Большая Минанжуль. 762 километр. На горочку поднимаемся и мы приехали.
уже нет. Да, он стоит уже. И вах, какой важный человек стоит, да? Николаевич, не пролетит, ты любишь мимо проезжать. Да я тебя еще снизу заметил, ё-моё, конечно, я мимо тебя проеду, Саня. Он и Миша подъезжает. Да, все собрались, здорово, Мишаня. А, у него... А, у него рации ж нету. Здравствуйте! Ну, Алексей Николаевич, паркуйтесь с правого борта, давайте. Можно, да? А, легковушка сейчас отъедет. Да ладно, через что, подпихнем ее делов-то. Так. Главное, чтобы я там в ДАФа не заехал. Давай, давай. Давай, нормально. Нормально. Если бы я еще что-нибудь видел, то было бы нормально. Ужас какой, я тоже. Короче, я не опозорился, да? Так, это да, мафиозу да. Встречает, да. Знаешь? Вот так надо, да, Гош? Вот я так? Ж не знаю как. Не, вот так ты говорил. Как тебе да. Прямо с Узбекистана. Прямо с поля? С какого? С леса. Сейчас я на коптере взлечу, посмотрим, где у тебя тут арбузы растут. Офигеть. Да, сейчас будем это. Сначала шурпа баранина, потом арбуз. Все, вопросов нет. В этом самом, в апреле арбуз? У него пост, он до вечера не кушает. А, вот до вечера не кушает? Да, у него пост. Да? А ты не соблюдаешь? У меня желудок больной. А, тебе не, ну, понятно. Ясно. Я тоже не... Я за них. Как? У нас тоже у православных пост, я тоже не соблюдаю. Чего ты там? Да я отправил. Ты фотки отправил. Сделал? Да. Сфотал? Да. А, все, красавчик. Не, слушай, ну вообще. А, видишь что? Что? А, пойдемте, уже там чай заварили. Все, идем. Заварился. Так, машину же надо закрыть. Это я закрыл или это я открыл? Это я открыл. Владивостока ездит. Он? Но. Как там? Он далеко. Был. Не знаю. Надо сейчас спросить. Он там две снежинки увидел, тот всю дорогу плакал, ехал. Ну, говорит, там снег, говорит, пошел. Комсомольцы на море поехал. А ну. Как ты же на вас идешь? Ну. Не, Миша, чипсы желательно. Не так, ты не понимаешь. У меня шеф, он такой мужик интересный. Он говорит, зачем мне, говорит, нужны проблемы? Где-то там в дороге что-то случится и так далее. Он все равно не новый этот машина. А тут зимой вот здесь поработали, а летом что-то... А, все, летом поедете, да? Надо тебя летом заслать куда-нибудь в этот. Я в Геленджик ходил в ноябре месяце. Ну... С Геленджика приехал. А я...
Видишь, я даже чище, чем ты. Машину, я не знаю, вот как сзаду начали, до самого переда. Все перевозили. Ну, наверное, же хорошо. Ну, проверяю. О! Здрасте. О, знакомые люди. Приветствую. Миша, я опять не взял баночку. Я знаешь, что хотел? Он мне говорит, принеси баночку, я тебе наложу. Его он аджика, он сам делает. Это аджика, да? Да, вот он сам делает. Тебе баночку дать? Ну, это под нее. Ты представляешь, тут, тут один запах только что стоит. Ложкой ел бы, скажи, да? Вот так вот. Что там? Миша, я забыл баночку тут. Ну хочешь это бумажный стакан? Да, положи. Просто нет. Тебе весь камин забирает. Он же разъедает. А, она разъедает, да? Ну, бумажный стакан, разъедает. Она же все равно промокнет. Да. И такой за что его, да? Ладненько. Пошли руки мыть. Давай, пойдем. А я вот потому ему и не звоню. Ну, вот это я не знаю, что, как объяснить. Это арбуз. Арбуз. Узбекистан с поля столько. Да. Сейчас будет шашлык еще, я сказал. Это шаурпа. Да, да, да. Это хозяин кухни. Приветствую. Это просто шаурпа? Это... Нет, шаурпа. Это такой я нигде больше не пробовал. Почему? Ну, нигде, Миша. Приедь в Узбекистан, там и не таким накормят. Да. Ну, может быть, в Узбекистане, но мне туда не езжу. Ну, все, короче, приятно. Ты сказал, как лето, вы далеко едете с шефом. Да, да, скорее в Узбекистан. А у меня же переставили тахограф на этот. На у нас без тахографа. Да, туда не нужен тахограф. Да, и дорога бесплатная. Данилки, Саньки и Данилки. Саньки, да, Саньки. Ну, Данилки, ладно, да, именно нарицательно. А, ты здесь? Да, как Миша издевается над нами. Да, да, да. Да, это обед. Но. Я чувствую, после этого обеда я буду там спать. Саня, ты произнеси стоянке. Самое главное слово. На халяву. Ты знаешь, как их-то бесит. Да, да. Мы-то потом с тобой пойдем тихаря заплатим, ну, пускай будет на халяву. О, видишь? Ну, он же сейчас не автобусник. Все, приятного аппетита. Короче, к шурпе приехал шашлык. Кушайте, Александр, кушайте. Сейчас, Миш, я маленько вздохну. Отдышусь, да. Отдышусь, да, и потом продолжу. Горячие губы, воды бы глоток. В горячей пустыне не встретить следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Учкудук, три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты пустыни спасительный круг, Учкудук, Учкудук, три колодца. Пусть над ним светит солнце. Ты пустыни спасительный круг, Учкудук. Вдруг дерево жизни. Таинственный страж, а может быть это всего лишь мираж, а может быть это усталость и бред, и нет Учкудука, спасения нет. Учкудук, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг, Учкудук,
ручку дух, три колодца. Пусть над ним светит солнце. Ты пустыни спасительных рук, ручку дух. Любой в Учкудуке расскажет старик, как город-красавец в пустыне возник, как в синее небо взметнулись дома, и как удивилась природа сама. Учкудук, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты пустыни спасительный круг, Учкудук. Учкудук, три колодца. Пусть над ним светит солнце. Ты пустыни спасительный круг, Учкудук.